Дорогие друзья, приношу извинения, я пришла с бани, только вот зашла, у нас время уже что, 10 часов, все уже легли, маленькие мультики смотрят, Машенька спать легла, она что-то жалуется, голова у нее болит, но у нее температура понижена, она просто сегодня все рано встали, поэтому вот так вот, после тяжелого трудного дня сходили в баню. Так что вот такие вот, ребята, у нас дела. Вот такой вот у меня был день. Я зачастую забывала камеру включать, поэтому уж извините меня, пожалуйста. Завтра постараюсь снять что-нибудь еще. Завтра мы будем с вами перцы пересаживать сладкие. Поэтому... А, нет, завтра... Подождите, сначала мне завтра... Завтра у нас 9 мая, я поеду снимать Свету на праздники. Так как она у меня марширует, я поеду туда. А потом будем перец пересаживать и кушать, готовить. И стираться много-много раз. Так что оставайтесь с нами. Всем желаю всего самого хорошего. Всем говорю пока-пока. Включила? Ребята, всем привет. Короче говоря, что хотим делать? У нас появилась вот такая вот молодая крапивка. И попробуем набрать... Смотри, собака соседская пытается залезть. Попробуем набрать на крапивный суп. Тут ее, правда, немного, но благо то, что мы далеко от дороги, поэтому можно попробовать насобирать. Первый будет у нас в этом году, да, Маша? Угу. Крапивный суп. Посмотри, что собака делает, да, пытается зайти. Что, все убрала собаку, да? Угу. Сейчас пойдем поищем, где еще крапивку получше. И пособираем на крапивный супик. Я одела новые перчатки, чтобы меня не обожгло. И вот из молоденькой крапивы вообще вкусный суп получается, да, Маша? Угу. И поэтому мы решили. Я что-то ходила. Думаю, может, все-таки выросла уже крапивка. А тут что-то крапивного супа захотелось. Ведь это собака какая настырная, а? Да, я сейчас знаю, что в комментариях будет писать, ну, писец, нашли что кушать. Очень вкусный, с яйцом, да, Маша, получается. Картошечка, крапивка, немножко можно крупы добавить, но это по желанию. И яйцо, и вообще вкуснятина получается. Мы раньше в деревне тоже постоянно собирали крапивку для супа. Ладно, выключай, пойдем дальше искать. Так, набрала полтазичка. Это будет первая. Видите, она маленькая крапивка, но жалится. Коза палец теперь горит. Но сейчас будем пробовать варить крапивный первый суп. Не обращайте внимания на мой нос. У меня вчера... Поднялось давление, и голова закружилась. И я ударилась лицом, когда пошатнула меня. Я лицом о полку у нас в комнате ударилась. Поэтому не обращайте внимания. Вот такие вот дела. Как-то поцарапалась и висок. Вот этот вот немножко в брови больно. А так в целом нормально. Первый крапивный суп будем в этом готовить.
крапивка разная, и зеленые, и такая бордовая крапивка есть, фиолетово темная. Будем варить суп. Так, мои хорошие, суп крапивный сварил. У меня морковь закончилась, представляете? Ну ничего, без моркови тоже он очень вкусный. Вот такой вот картошечка, лучок, крапивка, яйцо и клёцки. Мяско, курица. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Отправила Машеньку в магазин. Говорю, Машенька, купи хлебушка, молока и морковки. Маша хлеб купила, молока купила, морковку забыла, говорит. Но ничего страшного. Обожглась сегодня еще так сильно. Ничего страшного, без моркови суп крапивный тоже очень вкусный. Так что потом схожу, сама куплю. У нас просто сегодня, вот так как 9 мая, магазины все короткий день, овощной уже закрытый. А время что, 7 часов вечера уже. Поэтому вот так вот. Ладно, дорогие друзья, всем хорошего дня, всех с праздником, ветеранам желаю долгих лет жизни, здоровья. Всех, кого ветеранов уже с нами нет, мы о вас помним. И всего хорошего. У нас вечер, мы с Машенькой. Маша, поздоровайся. Привет. Да, сходили в магазин, купили чай, хлеб, сахар. Хотели морковки взять, морковки нет в магазине. Завтра в овощном уже возьму. Печенье немножко ребятишкам взяла. И идем тихонечко домой. На улице так тепло. Маша уже, видите, без куртки ходит. Да, Маша? Хорошо на улице, тепло. Прям благодать. Сегодня на градусник я аж до 40 показывала. 48? Ну вот. Ильюша куда-то гулять ушел. Ладно. Поснимайте что? Всем привет. Ребят, честно, нету времени даже снимать. Покажи, что я сейчас делаю тут. Не, он пересаживаете, помните, которые семена у нас покупные были. Это дед Мазай, вот решила их пересадить. Потому что тут им уже места мало. А девочки у нас чем сегодня Маша занимается? Гуляем? Нет. А, дрова таскаем. Да. Маленькие-то гуляют, а большие дрова таскают. Свет таскать. Они у нас просто тогда складывали уже дрова. Но получилось так, что их на поленница упала вся. И папа их заставил перекладывать. Так что вот такие вот дела. Можешь поснимать маленьких, не все меня ведь снимет. Идите, играйте, мы им пока не туда. Помогай. А ты зачем это стелил? Можно? Сделай что-то. Всем еще раз привет. Ребят, вот ничего не снимала. Муж, короче говоря, на летней кухне сварил суп. Борщ сварили сегодня. Курица, борщ. Ну, сами понимаете, вы всегда нравится вам, как муж варит. Вот сегодня он сварил. Сейчас будем кушать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Честно, ребят, сегодня некогда даже снимать. Я сейчас хочу по-быстренькому помыть посуду. И потом сделала, кстати, вот сейчас только что вот домашний майонез. Видите, какой густой, даже с ложки не хочет сваливаться. Поэтому вот так вот. Сейчас убираю его в холодильник. Муж раз борщ сварил. Майонез свеженький сделала. Сейчас я воду направляю. Буду быстренько посуду мыть. Некогда было. Рассаду я все пересадила. Все уже это. Некогда было даже снимать. Ну, Машенька тут что-то... Маша, ты снимала что-то ведь? Машенька тут что-то поснимала для вас. Поэтому уж простите. Мне некогда сегодня, честно говоря, некогда. Поэтому вот что могу снимаю. Времени нету, но что-то немножко снимал. Пытался. Короче говоря, огород почти весь расставил. По
Почти, но еще не весь. Сейчас первым делом деньги получим, будем делать это, как его, парник, плёнку мне надо купить, плёнку и парник делать. Так, что-то у меня камера высоко, да? Сейчас попробую как-то пальцем аккуратно опустить. О, вот так вот у вас. Вот видите, все поэтому так вот. Поэтому вот так вот у нас. Парник в первую очередь будем делать и пахать, по идее, огород, но не знаю. И вот рассудите нас, люди. Я нынче с мужем, у нас аж дорога не дошло. Говорю, давай сейчас деньги получим, я хочу купить морозильный ларь. Небольшой, небольшой стоит, ну, где-то в пределах 25-27 тысяч. Муж спорит, нет, не надо. Лучше просто продукты наберем и все. Я говорю, вот сам посуди. На зиму заморозить вот этой морозилки мне хватает. Ну, там влазит 6 курей, килограмма 2 рыбы и чуть-чуть овощей. Все, больше у меня туда ничего не влазит. Я говорю, а ларь было бы хорошо. Летом сейчас и овощи можно было бы наморозить. И помидоры целые замораживать. Я вот немножко по зиме замораживала помидоры. Потом как хорошо, раз, разморозил. В кипяток их положил, борщ потом положить или куда-то, что-то было бы вообще хорошо. Также и яблоки, и мясо, и рыбу можно было бы наморозить. Он со мной спорит, говорит, на какой хрен тебе этот морозильный ларь и тому подобное. Вот рассудите нас, подписчики, как вы считаете, нужен ли в многодетной семье морозильный ларь или хотя бы морозилка? Я считаю, что нужно. Он считает, что не нужно. Короче, это пипец. Я все равно буду на своем настаивать. Я нынче возьму себе морозильный ларь, потому что это удобно. Летом все дешевле. И летом я что нарастил, туда убрал. Потому что в подполе все равно не так. И овощи, яблоки можно на выпуску. И все это замораживать, считаете, можно. Не знаю. Вот буду ждать ваших комментариев. Так что вот такие вот дела. Сейчас быстренько мы помою посуду. Тут посуды, по сути, немного у меня помыть. Просто некогда. Девочки у меня сегодня дрова складывали. А сейчас гулять ушли. Катя у меня дома, конечно, Маша уроки делает. С Оксаной мы уже уроки сделали. Что-то мы в течение каникул делали. И что-то сегодня доделали. Так что вот такие вот дела. Стирала сегодня уже. У меня порошок закончился. Надо порошок купить. Сегодня бы еще бы стирала, но порошок закончился. То, что надо для садика, я сейчас вручную состирну попозже. Поэтому вот так вот. Небольшую перестановку в комнате сделали, но это еще не до конца. Я там еще кое-что хочу поменять. На лето, тем более мы там летом печку не топим, а к зиме там уже видно будет. Ваня все равно спит всегда со мной. Ваня ни в какую не хочет отдельно спать. Ему с мамой комфортнее спать. Он боится ночью, чего боится, не понимаю. Так что вот как-то так. У меня даже, ребята, знаете, нету времени смонтировать что-либо. Надо бы смонтировать еще. А у меня времени нету. Вот верите, нет. Вообще нету времени. И вот кастрюля осталась. Вон еще одна тарелка и все. И вся посуда. Вот видите, пока посуду мыла, с вами поболтала немножко. Вот так вот. Ильюша у меня уехал сегодня уже. Все. Ему на учебу завтра. Завтра у нас 11 число уже, ему на учебу. Поэтому он сегодня уже уехал. Так что вот такие вот дела у нас, ребята. Вчера крапиву сварила. Ну, крапивы, конечно, мало, но крапива еще, видите, плохо растет. Еще маленькая. У нас еще снег не везде сошел. Поэтому вот как-то так. Ну, ничего, скоро будет крапива большая. Я как-то себе делала. Дети у меня, конечно, не очень. Я себе делала даже крапивный суп. Тьфу, суп-салат. Делала себе крапивный.
А дети у меня как-то его не очень. Я просто кипятком обдавала его, и тогда вкусный салат получается. Так же с остальными совсем. Так что вот такие вот дела. Ладно, буду дальше мыть посуду и буду кормить детишек. Вы оставайтесь с нами, пишите, что насчет думаете Ларе морозильную. Ну вот он не морозилку именно, не холодильником, а именно Ларе сделать. Вот самый маленький Ларь, такой небольшой, а мне большой пока и не надо, по сути. Мне пока и маленького хватит, я надеюсь. Но он пределы 25-30 тысяч, где-то так стоит. Напишите, как вы думаете насчет этого. Буду ждать ваши комментарии. Всем хорошего дня. Так, все, мои дорогие, суп наложила всем, это я себе положила немножко, много не хочу, я пожиже себе сделала, а большим наложила вот погуще, ну, маленьким, то есть, большие сами себе накладу, тут я здесь сделала Ване, Марине, Оксане и Маше, остальные сами себе обычно накладывают. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита!